Сохранение и развитие чувашского языка. Сегодня этой теме в Чебоксарах посвятили стратегическую сессию. В Театре юного зрителя собрались школьники, студенты, журналисты, работники сфер культуры и образования. Все, кому не безразлична судьба родного языка. Участники стратсессии разделились на 5 групп. За каждым столом звучали десятки идей. Как развивать чувашский в интернете, приобщить к нему молодежь или внедрять в культуру. На деле многие собравшиеся работают над этим каждый день в обычной жизни. Мы развиваем чтение на чувашском языке. Даже вот нас радует то, что в фестивале принимает участие даже те дети, которые, вот родители, которые не владеют чувашским языком, они заинтересованы. Мы хотим анимировать произведение Ивана Яковлевича Яковлева с помощью программы, информационной программы «Скретч». Вот пятиклассники у меня получили такое задание. Популяризации языка в интернете было уделено особое внимание, ведь именно там сегодня находится большинство молодежи, да и взрослого населения. Редакторы чувашского народного сайта в 2021 году уже помогли добавить чувашский язык в сервис Яндекс.Переводчика, а теперь работают над новой задачей. Создаем и свой переводчик. Цель его создаем в том, чтобы как бы на практических текстах улучшать качество перевода. Потому что для создания качественного перевода нужно минимум, там, например, 100 миллионов предложений. У нас пока есть где-то примерно 2 миллиона. Предложения, которые выдвигали участники Министерства культуры и цифрового развития Чувашии, возьмут на вооружение. Лучшие из них получат импульс для дальнейшего развития. Анна Центовская, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Республика.